Всем привет, дорогие зрители. Итак, давайте начнем наш блог по плоской графике. Здесь я собрала, скажем так, вкратце, пока месть это пусто, да, то есть видно, что тут пока ничего нету, и мы будем заполнять по ходу пьесы. Я обычно делаю так, мне как-то сразу не хватает планирования, сразу все распланировать, поэтому я делаю это постепенно. И сейчас я начинаю, скажем так, с первых шагов, это нарисовать персонажа. Как видно, у меня сидячие, два персонажа. То есть два персонажа — это разный пол, да, мужской и женский. А персонаж бежит, персонаж падает. И потом по ходу пьесы я буду... То есть я примерно знаю, какие тематики, да, подходят под того или иного персонажа. И по ходу пьесы мы будем это смотреть вместе с вами. Итак, я пока это оставлю. Итак, начнем с малого. Я сначала нарисую, скажем так, просто, схематически, что же я вообще хочу получить. У нас первый персонаж был сидит, поэтому... Потом я уже начну всякие там тенями заполнять и так далее. Пока что это просто... Thank you.
будущем мы будем дополнять данную композицию, но тем не менее мы нарисовали первый персонаж, сидит, и можно написать, какая тема, да, это у нас оператор. Вот, это как вариант. И сюда я буду, скажем так, добавлять, и можно даже ее покрасить в те же цвета, да, или можно ввести новый, да, что мы его уже нарисовали. Допустим, давайте придумаем следующую тему, да, фриланс. Мы ее еще даже не пробовали рисовать, поэтому можно поставить ее серой. Вот так вот, да, допустим. Можно, допустим, добавить еще одну какую-нибудь тему. Да, допустим, оператор, фриланс, социальные сети. Можно, допустим, как-нибудь красить красным, а если мы уже, допустим, начали, но еще не закончили. И вот таким вот образом, допустим, сидячий персонаж будет обрастать какими-то тематиками, какими-то идеями, и так по каждому. И это будет мой коллаж, где я, скажем так, буду коллекционировать свои темы. И это мне поможет уже в следующий раз, когда я буду садиться, да, что именно мне рисовать. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.